вы хотите сказать, что вы девушки меркантильные? Да это вы просто душные и жлобы. А вот вы когда встречаете девушку, она с красивым маникюром, с красивым педикюром, красиво одета, на ней красивое белье, которое вы, кстати, любите снимать. Она также от косметолога, у нее нарощенные волосы, либо у нее свои, она от парикмахера, где она сделала красивые волосы на процедурах, масочки там всякие. Красивые реснички, бровки ухоженные, красивая круглая попа без целлюлита, красивая фигура, это все стоит денег, потому что нужно ходить в спортзал. Питание, это тоже стоит денег, не нужно таскать там по ресторанам, никто вас не заставляет этого делать. Но питание, как бы, не тоже не дешевое, так сказать, овощи, на которых девушка сидит, чтобы сохранить фигуру. И при этом девушки меркантильные. Нет, мы выходим замуж за мужчину для того, чтобы он решал наши проблемы. Мы без мужчин... Ай, все, слушать даже не хочу. Ты знаете, когда... А очень богатые мужчины, там, допустим, когда миллионы зарабатывают, да, это как вот они собак на выставке, знаете, то там где-то дрессируют, когда там вкидывают в них деньги, это престиж, типа, это знакомство, там круг общения, да, там разные награды для собаки. Вот то же самое она сейчас описывает, да, что я выхожу замуж, чтобы меня вкидывали бабки, как бы. У меня вопрос, слушайте, а без вот этого вот всего, что написала, там, волосы, реснички, шмички, там, хренички, как бы, ты что, вообще себя ничего не представляешь, да? Насколько я понимаю, чтобы следить за питанием, много денег не нужно, потому что я это делаю. Ну, не то чтобы там с фанатизмом, как бы, но чтобы там мне вот такое вот пузо не вырастало, как бы, тогда и ляжки не становились огромными. Там не надо, не нужно много денег. И люди, которые питаются дрянью, там, Макдональдсом, вот этими всякими вот этой херней, как бы, они намного больше денег туда вкидывают. Дальше. Обычных приседаний дома тебе хватит, чтобы попа была круглая. Просто делай до отказа, там несколько подходов, как бы, ну, есть там свои даже домашние тренировки в Ютубе, их просто вот так вот куча. Вот это все, это просто бред, это все для дураков, лохов, которые на это все ведутся. Да, 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 девочка моя, я должен в тебя вкидывать, потом это же, ты же моя женщина, ты же одеваешься и делаешь это все исключительно для меня. Если бы я это делал для тебя, это как для собаки, да, у меня на собаку есть паспорт, эти все награды, вот они на полочке все стоят, как бы, да, возможно, там даже какие-то денежные призы, это престиж, там, туда-сюда, как бы, да, и потом даже эти щенков, которые, ну, там, что эти случки все случаются, они, да, у собак, они бешеных денег стоят, люди на этом бабки зарабатывают. Что я заработаю на тебе? Грыжу себе и все межпозвоночную, когда буду на работе хренячить, больше ничего.